Дякую, команда України. Анастасія Бойчук, Валерія Різняк, Діана Мічурінська, Тетяна Довженко, Аліна Бурто. На Олимпиаде, когда канадские фигуристы пара делала уникальную композицию в паре, я даже не помню, танцы это были или парное катание, но выглядело это очень и очень впечатляюще. Я дивлюсь, що дівчата роблять дуже складні елементи, але в цей же час вони улыбаються. Це як так? Ну, это же спектакль. А в групповом упражнении это просто действительно просто должен быть спектакль. У Ирины Ивановны такие спектакли были связаны с постановками под музыку из фильма «Сладной инстинкт». Это были «Гладиаторы», это были из «Пиратов Карибского моря». Я могу перечислять еще много. Спасибо вам, болельщики, за ваши эмоции. Підтримка залу дуже важлива для спортсмена. Ваші оплески. За свій виступ команда Ізраїлю отримала 22,55 бали. А зараз на килимі Київського палацу спорту ми чекаємо збірну команду Естонії.